Наверное, каждая девушка мечтает о благородном рыцаре. А юноша – о прекрасной даме. Сэр Вальтер Скотт в своих исторических романах воплощает мечты нашего детства и помогает погрузиться в мир прошлого. На страницах его произведений мы встречаемся с героями средневековой Европы. В его книгах увлекает все, и быт прошлых веков, и захватывающие рыцарские турниры. Герои его книг любят глубоко и искренне. Преодолевая все препятствия, которые автор ставит на их пути. Здесь бесшабашные разбойники могут пировать с королем. Армии сходиться в грандиозных сражениях, а смелые рыцари бесстрашно скакать навстречу своей судьбе. В начале 19 века сэр Вальтер Скотт стал создателем исторического романа и подарил читателям всего мира чудесные страницы прошлых веков. Благодарные потомки поставили великому писателю памятник в Эдинбурге, больше похожий на храм. В нашей библиотеке регулярно проводятся презентации, посвященные творчеству знаменитых писателей, художников и поэтов. В библиотеке на Дубнинской, 16, мы всегда рады видеть новых гостей.